Devono stare tutti insieme. Poi c'è anche cioccolato e cacao, vero? Ah, questo è confiture, forse naturale anche. Questo che cosa? Miele? Вот такой вот завтрак. Здравствуйте, дорогие мои зрители. Я, конечно, съем вот это вот пирожное с мармеладом. Тут все вот такие вот протеиновые. Из всего этого я съем вот эту вот рикотту. Она очень полезная. Рикотта. Угу. Чуть-чуть съем сыра. Чуть-чуть сальмона. Вот это я не ем все. Никогда. Никогда не ем. Вот это тоже не ем я никогда. Такие хлеба. Это тоже я не ем. Из всего этого я выпью воду натуральную. Из всего этого. Так как я не думаю, что это свежевыжатые соки. Вон. Видите, вот это кичанки, бутыли или кокос. И как всегда, самовар с чаем. Этот самовар есть везде. Фрукты я обязательно съем с утра. И белый йогурт съем я. Какой же белый йогурт я съем? Естественно, не открытый. Наверное, вот этот вот. Хотя, конечно, вот эти вот вкусные, но они уже открытые. За утро, 6 часов утра, знаете, сколько пыли падает сюда? Ничего, так завтрак. Вот. Вот такой вот завтрак. Здесь почему-то самообслуживание. Везде, в других отелях. Все подает официант. Всем привет от Жасминки и Витаминки. Я сегодня спортивная. Живот плоский. Хоть сколько я вчера съела, все равно у меня живот плоский.